Так, девочки, как всегда на кухне, немножечко сделала после маски легкий макияж. Сегодня я уже объездила полгорода, держится. Свет, извините, перепады электроэнергии, да, у нас идет снег, потом быстренько тепло, потом дождь, сейчас опять снег и опять быстренько тепло. Но я замерзла. Замерзла, потому что, девчонки, экономия. И кожами будьте. Масло! Ё-моё, разлила чуть-чуть. Ё-моё. Очень люблю я снимать вот эти все дела. Я тепло так вот одета. Масочки. Хочется делиться с вами настроением. Понимаете? Очень хочется. Чтобы вы были красивенькие, свеженькие. Сами себе подписываете приговор. Вот честно вам говорю, сами себе. Это ж каждого дело, да, как там себе колоть, массажи делать. В общем, не злитесь, вы не злитесь. Делайте себе, пожалуйста, маски. Радуйте своих мужчин, радуйте себя. Вашим детям тоже будет приятно, и внукам будет приятно, какая молодая мама, какая молодая бабушка. Какая молодая жена, любовница. Мы все живые люди, да, даже любовница. Да. Да. Ну, желательно, чтобы он был разведен и не женат. Любовница от слова любовь, да, когда у вас любовь. И он говорит, ты моя любовница, ты такая классная. Ну, он жениться не собирается на вас, просто в качестве любовницы держит, да? Ну. Тоже может быть. Почему нет? А что, жениться? Мужчины жениться не любят. Разве им надо жениться? Жениться им вообще не надо. Вообще не надо. Если бы не мы, женщины, кто бы на нас женился, девочки? Это все мы так плавно, плавно к этому подходим. С умом, да? Подводим наших мужчин. Да. Ну, кто с головой дружит? А кому не надо этого? Вот есть такие женщины. Ну, вот, пойдите на меня. Посмотрите, какой, ну, нафига мне замуж? Нафига мне замуж? Гвоздь прибить некому. Траву покосить некому. Зацементировать дорожки некому. Он меня послушает, послушает, скажет, нахер ты мне нужна? А мне такой не нужен. На выставку картин. Я что, буду его на выставку показывать? Конечно, хочется, чтобы был симпатичный хоть немножко. Мужчина красивее обезьяны, уже красавец, понимаете? А так, не в том возрасте. Кувыр, кувыр, кувыр. Ну, покувыркались, поразвлекались. Как Настя Волочкова, да? Жигурдой. Все, на этом все. А дальше, дальше жизнь. Косив'я, косив'я, косив'я. Поглядав на дівчину. Так ви нам спрашували, дівчатки, коли я, ой, то що ж таке все падає? Коли я у вас спрашувала, що вам треба? Мені там, ну, пару чоловік написала, лучше б ти розказала, мол, чим от це бла-бла-бла-бла-бла, з ким ти кофе п'єш, дівчатки. Нема чого ще казати. Я считаю так, я могу говорить, что я хожу на кофе, что я бегаю на свидание. Но показывать и рассказывать, вы же понимаете, чтобы он сразу убежал, нет. Хай хоть трошки задержится, понимаете, хоть трошки задержится. Еще это позорище, получится что-то, не получится, а я буду их показывать. Да, я не буду показывать, как я делаю пирожки, я просто болтаю с вами. Просто бла-бла-бла, понимаете? Вот. Догадайтесь трех раз, почему я их делаю. А потому что, скажите, Людочка дома, а она очень любит пирожки с капустой. Ну, очень. Ой. Меня хоть видно. Меня хоть видно и слышно. Ну, смотрите, открытое лицо, все же хорошо. Без фильтров, девочки, без фильтров. Подкрасила стрелочки. Глазки подвела, да? Все. Пусть голова моя седа. Там нечего пугаться.
На ягоды. Боже мой. Хороший был певец такой. Бабушка моя любила Вахтанга Кикабидзе. Вообще прелесть. Капусточка. Да, я велосипед не изобретаю. Капусточка. Хотелось бы, конечно, мне радовать своими блюдами какого-нибудь мужичка. Да, кого-нибудь так, чтоб... Но баловать не буду. Еще не время. Еще не время. Ой, боже, 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 боже. Я вот знаю, знаете что? Так, сейчас я. Девочки, вы мне писали, что вам режет глаз, что я работаю на этой поверхности. Значит, все натуральное дерево, все вымытое. Вот. Пленка у меня эта порвалась, неудобно. Вытерла, вымыла, продезинфицировала и все. Оно не липнет. Вот, мне удобно так. Не переживайте, все хорошо. Я сегодня решила сделать небольшие пирожочки, маленькие, миниатюрненькие. Вот. Вот такие. Ну, вам, конечно, не видно, я не показываю, нет, я просто болтаю с вами. Берем масло, под миля называется. Девочки, вода водой. Вода водой. Вот эта бутылочка 56 гривен. Вот такие вот пирожочки будут небольшие. Вот такие вот. Дрожжевое тесто. Улетят. Потому что холодно. Что и что? Да, хочется. Хочется. Поисты сытненько. Сытненько хочется поисты. Пожалуйста, нажми мне руки жирные. Хорошая. Очень земного. Вещь. Я говорила, что она любит пирожки. Видите, на запах пришла. Аж с того дома. Носом чует. Ой, вкусные девочки. Ой. Все, готово. Ни один пирожок при жарке не пострадал, а только пошел в желудок. Потерпи, ты слишком разговорчивый. Или зайдешь? Давай. Давай. Заходи. Заходи, 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 заходи. Вот так, вот так, вот так. Погонял там в ложек, погонял крикун. Разговаривает и разговаривает. Клыкастый ты мой. Я говорю, мама, я сейчас тебя зайду. Она быстренько, свой любимый обруч. В общем, девочки, зашла к маме, потому что давно вы ее не видели. Морозяка. Мама дома греется. Никто не голодный. Никто не страдает, да? Накушались пирожков, гнезда. Ты ела гнезда сегодня? Конечно, вкуснятина. Да, красавица. Губы накрасила, ласки подкрасила. Добрый вечер, моя дорогая. О, ты на лицо хорошо управилась, мама, слава богу. А то ну, летом, так, летом прямо была выпахана. Я была спечена. У меня ягужат и лимон летом было. Да, сейчас хорошо. Гораздо. Прямо, прямо, и от, знаешь, ни больше, ни меньше, и не надо, и хорошо. Это же сок виноградный, яблоки постоянно
еды валом всегда, ты же кухню обожаешь. Ты да. На кухне, я вокруг дома, кто-то с метлой, с лопатой, внутри дома с этими котами. Ну что вин так, а? Ну что вин так? Ну что я должна вам сказать, ребята? Дома как дома. Вы сами женщины, знаете, что такое. Ноги с кровати и упорят. И так с вечера, что я напланирую, то все, ой, завзято. Ой, сама себе не рада. Напланирую и все, я должна сделать. Простыни мне две пошила из-под одеяльника большого. Там даже двойное одеяло, он там, слишком большой. Там пододеяльник был на двухспалку. Турецкий. Нет, у Людочки двухспальная. Ну, большой. И то большой. Шикарный просто. Ой, еще и с вышивкой, и выбитый. Вышивка, ага. Вообще шикарнючий. Ой, мамины платки полная наволочка. Добралась тоже что-то с них придумала. Ага, перестирала я на летний, да, на летний вариант. Руки до веры, иди. Кашемировые там такие гуняки. Моя рыбка. Кабанчик. Ты ж, тебе надо психиатра, зайчик. Я не знаю. Срочно кошачьи психиатры. Дети как дети. Ну, интересно, дети, а есть вообще... кошачьи психиатры у девочки? Есть психиатры кошачьи это... или нет? Слышишь? Это какой-то гибрид. Кот с собакой. Правая рука чешется. Здорово. Давай это. Вот сырое мясо, курятину сырую. Понюха варену нет. Не хочет вареное. Да. Давай только ему это. Зайчик. Сырую, как собака. Сам мы тебя любим. Мы тебя любим, зайчик. Мы так любим, ты понимаешь, у нас... Мозги выносит, да. Психика ж уже какая. Хорошо, что живем на первом этаже, сразу... Не говори. Сразу на улицу. Сразу я на улицу, потому что улица спасена. И сразу на подоконник, да? Немножко побегаешь на подоконник. Ой, домашний, как он привязан, как он привязан. Ну, ласковый. Они все привязаны. Это весной теперь. Надо поправить уже. Нечего поправишь потом, пускай отдыхают. Да. Ложа любви. Затемнило окно, потому что солнце... И что ж, что пострашное, реагируют, то в шапке, в фуражке, боже, и возле меня. Он же меня типа охраняет, думаю. Может, что-то ремонта еще делать надо, прихожей заниматься надо Наташа, весной. Конца и края нет. Летнюю кухню, вот эту вот прихожую, нет. Кошмарную. Хотя бы косметический. Гипсокартон везде есть, света переклеит обои, поштукатурит, Андрюха. Наташа, никто на этой зиме не управился. Я думала, слушай меня. Угу. Помолилась и думала, да, я буду быстро делать, я все сделаю. Mm-hmm. А потом позже уже стала взрослеть, думаю, да нет, невозможно. Все не переробишь. Так что стараемся самые-самые такие азы. Ох, это кашлять. Я просто что так вот зимой смотришь, уже бы что-то делал. О, Людочка. А как мне вот это в доме уже надоело? Мне так просто свободы. Попала в кадр. То в гараж. Побегала, навела порядок, то есть и лопата. В гараже чистота и порядок, да, в гараже чистенько. Там же некому сорить. Я весной тоже поеду на профилактику, у меня же ремень пищит. Что там с ремнем? Надо позвонить, я с понедельника позвоню Вове, пускай посмотрит. Уже техника. Уход, да, все уход, пересыхает, уход. Все это, я ж там моя по мере возможности, что могу, как женщина, моя понимаю, делаю. Вот это надо целыми днями сидеть его и гладить. И тогда он будет спокоен. Да. Столько внимания. Так что не скучайте. Скоро-скоро год потеплеет. Не буду говори. Буду кого-то с метлой. Да. То будем за двором, опять. То розы, то палисадники, то садить. Боже мой, как все циклично. Опять морковку, одно и то же. Лук, опять начнется. Да. Опоздали немножко, они досадили лука, ну ничего. Можно так, как солнышко пригреет. Опа. О, все, дальше за Люда приезжал. Там, мам, вспомни, вы в конце февраля, 5 лет назад садили или 6, картошку посадили. Правда, она потом померзла, но был же урожай. Ну, первое, как всегда, буряк, морковку можно. Лук вот этот, что сейчас просадили. У нас посажено. Да. Банки были. Так, дверь закрывайте, что там уже позаходили. Брысь, нельзя туда посадить. Ко мне заходить. О, все, уже позаходили. Степа. Да невозможно, целый день вот так вот, целый день. Целый день. Ну, зверинец, что ты только хочешь? Ты мальчик хороший, умничка, слушаешь меня. Дай поцелуйся, дай, зайчка, дай. Ты молодец, ты умничка. Умничка, золотая моя, пташечка. Один ты, как ты с ними справляешься, Степа? Вот не слушаются, видишь, не слушаются. Не, ну так, это ничего, а вот крякалка мозги выносит. Крякалка один, да, он мозги выносит, как крякалка. Уже и песни поют, и кря-кря-кря, кричают из ряда. И так дивится внимательно, потом опять кря-кря-мяу, кря-кря-мяу. И ты скажи, прямо так четко у нее получается, кря-кря. Кря-кря, да, кря-кря. Кря-кря, ой, ля-ля-ля. Все, свободен, мальчик, все, любовь прошла.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На камеру смотрит. Ревнует, ревнует. Когда выключат, я тебя... Ой, ты мой сладкий, да, иди, да. Иди сюда. Ля-ля-ля-ля. Иди, лапочка. Ну, иди до Веры, иди, ладно. Не, я не претендую, я не забираю. Ой, боже, ля-ля-ля. Ну, дорогая. Это потому, что запела ты, кря-кря. Не, ну вы выскакиваете на улицу. Да, и вам музыкальный. Выскакивает на как улицу. Как наша вся семья. Недолго, недолго. Когда слышу уже гав-гав назад. Дыриндочка ты мой, дыриндочка ты мой. Не, так, ну, хватит! Меня показать, а не тебя. Покажи меня. Встань в очередь. Все, пойди ко мне, иди ко мне. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, все. Ой, как любит внимание. Ну все, все. Ну, вам еще, девочки. Так, да ничего, мама, просто показала тебе, что жива дорога. Ты выносишь на мусор. Там такое, что я ж тебе говорю. Да, там помню. Ты меня извини. Хорошо, что каждый раз мусорное ведро проверяю. А, вот ты... Даже не поленюсь, вот даже вот это вот, вот, пожалуйста. Что это такое? Это же такое качество хорошее. Написано 39-42 носочки. Но здесь, ну, конечно, попали в мусорное похоже. Ведро нечаянно. Да, ну просто я, когда его выношу, я обязательно... Это я линолеум мыла, мам, понимаешь? Они были мокрые. Да. А не знаешь, чего мне нравится, качество какое? Что оно на ноге сидит, не крутится. А мне оно сильно ногу сдавливает. На мне отлично. Они же спортивные, поняла, для бега. Да. Ну, значит, это для меня. Да, это спортивные. Если для бега, это для меня. Спортивные носочки. Ой. Все, поздоровались, хорошо, увидели мою маму. Поздоровались, пообщались, ну, ничего нового. То же самое, то... Как у всех. Ну, я тырапочка, моя золотая. Ну, мама... Сейчас я сбегаю в магазин, купи тебе пол... Ты, тебе так. А есть у меня полная морозилка, я не даю мыши на сегодня, потому что это невыносимо. Да ну куда, его уже на руки. Куда, он на руки уже нет. Да, уже все. Да. Ты вот смотри, как ты меня сидел. Смотри, как ты меня целуешь, оточка моя, оточки мои. Ласточки мои, зайчики. Ну, не виноваты здесь, не виноваты и все. Не виноваты. Ладно, я. Девочки, я пошла. Ну, там, Людочка, что там будет? Он сам ко мне пришел. Не виновата я. Мама сериал смотрит. Сейчас я что поставлю. Так что ничего нового, то же самое. То же самое, девочки, что и у вас. Ну что, Нателла, пока там передачу свою справлю, там на кухне. А я поза кухней. И так целый день туда-сюда. И все то, что надо. Да. Обязательно, то, что... завтра обязательно операция погреб. Достану 5 кабак. Придумали, хорошо, Наташа, пекти. Вот, вот так. В духовке, я поняла. Ой, да. Ой, ну это изюм, это прелесть. Наведу там порядок, если что-то не так. Ну хорошо, ладно. То же самое, то же самое. Да, да. Ладно, все. Шпортаю. Надо поправить все, все. Это же все мама застилает для котов специально. Это на 3 минуты, но все равно сейчас поправлю. Не жалко их, они так лежат хорошо. Ну все, чего ты? Чего ты, зайчик? Ты хочешь в экран хочешь, да, зайчик? Мой мальчик, да, целовака ты мой, целовака. Все, ладно, моя пошла, вот это невозможно. Да. Все, давай. Да. До завтра. До завтра, да, до завтра, пока. И то же самое, да. Завтра то же самое.